Специально для Сереги Крымского снимаю, как завешиваются машины. Здесь происходит у нас завес. Дизельное топливо, конечно, мешает, не совсем видно, но вот во всю фуру это у нас такие весы. Вот, вот сейчас взвешивается фура груженная. Следом вон вторая стоит. И, собственно, происходит так завес. Сначала взвешивается тара с утра. Потом это в течение дня все грузится. Вот сейчас выехала машина. И заедет другая. Вот, вот так вот у нас происходит взвес арбуза. Днем не получилось снять, потому что, собственно, и некогда. Сейчас вот случайно заехал, вот идет вторая машина на завес. Там весы будут взвешиваться. Сейчас в данный момент взвешивается машина. Здесь поток. Вот. Заходит еще одна. Арбуз отправляется во все регионы нашей необъятной родины. Там вот еще едет. В общем, постоянно движники. Все всегда в работе.